Поехали? Давай. Вот домой. Убирай хвост. Хвост убирай. Вот молодой. Убрал? Убрал. Иди проверяй, что тебе там не делают. Так, не так? Он вещи с царским особым. Постель царскую не так-то в стене. Принцессы на горошине. Конечно, сейчас попытаться зайти там. Ломиком, чтобы он мне только... Я могу щелкнуть туда. Я могу щелкнуть ей. Что ты? Перегонкой щелкну, чтобы она встала нормально. Нет, там забито. Сейчас. Сейчас. Я так быстро сейчас скажу. Кушай, мой хороший, кушай. Вдруг ты кажешь голодать. Я тебе там воды видел, налила. Он нас услышал. Кормление зимой — это весело. А? Кормление зимой — это весело. Ага. Квест каждый раз. Каждый день. А сколько замков всего в Велесе, не читали? Нет. Не читала. Много. Судя по тому, что... Ну это так. Хочется, для непосвященных. Да. Чтобы знали, как это весело. Угу. Потому что перегонки не открываются, не закрываются. Он там все замерзает, все прекрасно, все замечательно. Как надо. Ну давай, фиксируйся. Не хочет. Замуж мешает. Все, о. И так оно все кувалдами открывается, закрывается. Где наш инструмент лежит? Рабочий. У меня вот они. А, вот, да. Под рукой. Вот оно все. Под правой рукой все на месте. Все рядом. Так. Скоро. О, этот скоро разморозится. Да ладно, да. Снимают непонятно что. Зажигалка, когда закончится, будет совсем весело. Она еще и упала. Я предлагаю горячей водой залить, чтобы его открыть один раз и больше его не открыть вообще. Нету спирта. Как котиков кормить? Животиков. Котики, животики. Кушенька хотят. Зима — это особое время, особое очарование. Сначала надо дорожку прокопать в каждом вольеру. Но это еще полдела. Потом разморозить все замки. Отбить все кувалды. А потом забить этой же кувалдой. Зато у меня такие баки накачался. Да, фитнес ходить не надо, приезжайте в Велес. Тут как бы тачки повозить можно. Скоро будет снег. Его будет много. Его возишь, он не заканчивается. Помнишь формулу любви? Пошлю тебя в Сибирь убирать снег. Что, весь? Снега там много. А почему у нас лев обедает, а мы еще нет? Потому что сначала звери, потом так повезет. Ты разбираешься, что у меня нигде? Ну там, мышня уже повыдает. Сейчас, маленький мой, все по очереди. Да и вам тоже, конечно же. И вам, конечно, всем. Ну что? Да какой еще? И все. Ладно. Как говорится, силой дух мы справимся.